Сегодня я купил сыр косичка. Называется сулугуни. Сделано в Украине. Сделано с молока, соли, харчевые агенты, кальций, препараты микробиологичного походжения. 139 килограмм. Этот кусочек, косичка, это стоит 20 гривен. 139 килограмм это где-то 5 долларов, а 20 гривен это где-то 80 центов. Отрезаем. На вид хороший. Пробуем на вкус. Шедеврально. Будем брать.